Еще не стоит шутить со звездами. Я не про Таню Буланову, речь идет о подлинных небесных светилах. Правда, глумятся над ними все, кому не лень. Обидно, честное слово. Звезды – народ привередливый. С одними они всегда пошептаться рады, а с другими словно воды в рот набрали. А как узнать, кому они правду рассказали, а кому набрехали с трикороба? Когда астролог сообщает, что на этой неделе дела никуда не сбегут, сразу понимаешь, знает человек, о чем говорит, не сам сочинил. А ежели читаешь, дескать, работа будет приносить удовлетворение всю неделю. Ясно, это астролог от себя пошутил. Ну, вообще нельзя все принимать за чистую монету. Эти посредники между звездами и нами, потребителями гороскопов, делают нужное дело. Людей веселят. Ну, я думаю, что это люди просто они очень эрудированные, многим интересуются. И, может быть, отчасти так вот гороскопами. И поэтому там взяли на себя право составить там что-то. Ну, зачастую вот я отношусь к ним так с долей... Иронии. Да, с долей иронии. А гороскопы читать? Ну, иди-ка ты. Ну вот, чуть что, сразу иди. Не пойду. Так читают или нет? Ради интереса прочитаешь. Мало ли, вдруг сойдет. Прочитать и улыбнуться. Да. Действительно, вдруг сойдется. Неожиданно, случайно. Это будет забавно. А что-то может сойтись. Возможно, может быть, а может и нет. Все как-то абстрактно. Вероятно, в среду залезет вам в ухо таракан. Или не залезет, но вероятно. Это уж как у таракана настроение будет. И как же относиться к этому? Гороскопам? Ну, я их регулярно читаю, конечно, но никак не верю. Чем же тогда читаете? Ну там, если напишут, допустим, что все будет хорошо. Тогда и хорошо. Хорошо, да. С любопытством смотрю, но не верю. А почему смотрите? Что там тогда любопытного? Что ж понаписали? А еще я отношусь к ним примерно как к кроссвордам, шарадам и прочим развлечениям. Вот и славно. Хорошо, что в газетах, помимо бесполезной рекламной информации, находится место юмору и сатире. Составление гороскопа – дело нехитрое. Скажем, девам перестанет сопутствовать удача, если они скушают килограмм гнилых помидоров. А весам и того хуже. Грозит административный штраф, если они вздумают кого-нибудь обвесить. А раков лучше всего подавать к пиву. Очень вкусно. Всего хорошего вам.